Ну, расскажите, каким получился для вас пасьют? Долгое время шли на более высоких позициях, чем после спринта, да, но, к сожалению, стрельба тоже на третьем огневом рубеже подвела, да, немножко? Ну, сказать, вот этот один промах у меня случился из-за того, что я, видимо, поторопилась за девчонками, которые более быстро стреляли. Я уже чувствовала, что они начали уходить, и не доработала выстрел, это была моя ошибка, да. В целом, пасьютом сегодня довольны? Ну, вы знаете, да, сегодня удалось и потерпеть за более сильными соперниками, отстрелялась я хорошо, я собой довольна сегодня. А вот вы изначально ставили перед собой такую тактику, чтобы вперед пойти с соперницами, догонять ходом начать, или все-таки решили терпеть и уже потом по стрельбе идти? Нет, вы знаете, конечно, всегда ставлю задачу продвинуться вперед. Сегодня я хотела, да, более быстро начать и посмотреть, что из этого получится. Но я справилась, скажем так. В дальнейшем ваши планы, вы едете также со сборной Ватхольц? Вы знаете, еще точно неизвестно, но, наверное, да. Спасибо большое.